Информационная служба телерадио компании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Делегаты 5-го Всебелорусского народного сходу рыхтуются до удела в форуме, які на гэтым тыдні пройдзе у Минску 22 и 23 червеня. Разом с іншими абмяркоўваць пытанні социально-экономичного развития державы будут и представники Брагинского района. Напередадні сходу з ними сустрэўся Олег Сенцеров. Брагинский район – один из самых потерпелых у вынику Чернобыльской катастрофы. Пэўны час нават стояло пытание о полном отселении городского поселка. Зараз, правда, ситуация изменилась, и людей уже хвалюют не только экологичные пытания. Что тычется миграционных процессов, то зараз Брагинский район от инших ничем не отрознивая. Некто приезжая, некто изменяя адрес на иншие регионы. Коли не игнорировать парады ученых, то жить тут можно без шкоды для здоровья. Тем больше, что медики местовых жихаров без уваги не покидают. Бадай, самая отметная рыса Брагинского района – он сельскогосподарший, тут нема промысловых предприемств. А тому и районный бюджет у значной ступени задержит от выников работы аграрного сектора. На жаль, сегодня тут есть проблемы, вырешить какие только на местовом уровне немогчимо. Брагинский район является сельскохозяйственным регионом, и как будут развиваться сельское хозяйство, зависит во многом благосостояние населения района. Трудности сельхозорганизации, износ техники и нехватка денежных средств для ее приобретения являются одним из факторов, сдерживающих развитие сельхозорганизации. Для обновления сельхозтехники нужны дешевые кредиты. Социальная сфера Брагинского района от інших регионов сегодня так само не отрознивается. Музеи, установы оховы здоровья, дитячие сады, школы. У шмат чим подобные проблемы, характерные для інших невеликих регионов. У той же Брагинской школе, например, кадровое питание. Уродженцы інших городов после обовязковой отпрацовки, звичайно, вертаются до дому. Правда, наставника початковых классов, делегата 5-го Всебелорусского народного сходу Светлану Будник это не тычется, переезжать она не собирается. А тому на форуме планую почуть отказы на питание, какие можно назвать для района наибольшими актуальными. Надеюсь, что во время проведения собрания будут подниматься вопросы, которые волнуют каждого из нас. Уровень заработной платы, качество медицинских услуг, благоустройство наших населенных пунктов, а также создание новых рабочих мест в малых городах и поселках. Являясь участником народного собрания, думаю, что получу достаточно информации о социально-экономическом развитии страны на ближайшие годы. А также хочу услышать предложения по дальнейшему развитию системы образования. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Подчас проведения 5-го Всебелорусского народного сходу будет працевать гарашая телефонная линия 22 червеня с 11 до 18 годин, 23 червеня с 10 до 13 годин. Каждый желающий сможет задать хвалюющие питания и выказать свои пропановы по телефонах 276-400 и 282-400. Код Минска 017. Глядите сегодня у вечернем эфире телеканала «Беларусь-3» новый выпуск ток-шоу «Пушкина-8», который, звичайно, у центра уваги творчей группы телепроекта «Життё Гомеля в области» у особых и комментариях. На гэты раз тема выпуску – нововведение системы жилёво-коммунальной господарки. Компетентные специалисты откажут на пытанні ведущего и глядачоў у студии, а так само закрануть не меньше актуальные сферы – экономия, добраупорядкование, капремонт. Глядите ток-шоу «Пушкина-8» сегодня в 18:30 у вечернем эфире телеканала «Беларусь-3». У этой хвилины на сцене Гомельского областного драматичного театра проходит финал масштабного областного дитячего телевизионного конкурса ведущих «Юная телезорка». Нагадаем, что это совместный проект телерадиокомпании «Гомель» и управления адукации Гомельского облвыканкама. Финалисты конкурса прошли все его этапы. Отборы отбылись в 25 районах в области. С первого дня проведения конкурса и до сегодняшнего дня прошло маль 5 месяцев. За этот час юнаки девчонки Чаты шмат працавали над собой, над техникой маўлення, демонстрацией творчих здольностей, умением свободно поводить себе на сцене, робили первые спробы працы на видеокамеру. И вот сегодня станут ведомые имены юных мисс и мистера телеканала «Беларусь-4 Гомель» у двух возрастовых категориях. Яны отримают право быть ведущими дитячей телепередачи и станут абсолютными переможцами проекта. Об выниках финала вы доведаетесь из материала наших корреспондентов у вечернем выпуску новинок.
На Гомельщині протягивается республиканская акция «Моей краине». Особистые перемоги и добрые справы станут добытком громадскости и будут оценены. Песни, танцы, тематичные выставы. Так, напередодні прошло свято у советском районе. Лейтмотивом свято стал лозунг «Моя праца – моей краине». Вытворчий плен представили «Мілковіта», «Хімічний завод» и «Домобудовничий комбінат». Яны подрихтовали мастацкие экспозиции и творчие нумары. А кроме работников предприемства, у концерте приняли удел и навученцы средних специальных навучальных установ. Им скоро идти на эти предприятия и своим трудом вносить свой вклад в процветающую Беларусь. Дарэчы, подобные мероприемства у советском районе Гомеля станут доброй традицией. На протягу всего лета каждую пятницу гомельчан чекают разные тематичные святы. Об их раскладе можно доведаться на сайте администрации. Грандиозное шоу одного из лепших цыганских коллективов Беларуси «Алюр» отбылося у Гомельском городском центре культуры. Артисты сдолели собрать и увособить на сцене самые лепшие культурные традиции этого артистичного народа. Глядачам представили программу «Песни и танцы народа у свету», якая показывает, насколько усеобдымная цыганская культура. Артисты выконали композиции цыганского фольклору, собранные у разных краинах. Концертная программа показывает, что цыганская песенная и танцевальная традиция знайшла адлюстраванне у культурах таких краин, як Беларусь, Россия, Индия, Египет и нават Латинская Америка. Дарэчы, особным творам мастацтва у гэтым шоу можно назвать костюмы. Некоторые из них были распрацаваныя и пошитые по специальным заказе. Іншыя были привезены из далеких краин. Так, костюмы для индийского нумара доставили прямо с Индии, а для египетского непосредно с Африки. «Алюру» в этом году 13 лет. 13-й сезон гастрольный, и для того, чтобы удивить наших любимых зрителей, особенно тех, кому мы приезжаем по 2-3 раза в год города, у меня вот созрела такая идея – создать программу из песен и танцев народов мира. Именно тех песен и танцев, в которых присутствует цыганская культура. Например, откуда выходцы из Индии? Значит, начинаем программу индийским номером. Следующая страна, где цыгане кочевали – Египет. Значит, египетский номер. И вот так вот по всем странам, 13 стран у нас, и в конце концов мы очутимся в любимой Беларуси. У Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина открылась и персональная выстава гомельской мастачки Светланы Батраковой. Работы у жанры пейзажа и натюрморта объединены под символичной назвой «Натхнение лета». Светлану Батракову ведают как мастачку-анималистку, пейзажистку, тонкого лирика, философа и просто жанчину, якая открыто делится мастацкой прихожостью. Сдается, можно отшуть дотык яе живописных кветок, адлюстрованных про тонкое авторское светоуспринятие. За полгода, такий час створения персональной экспозиции, мастачка сдолила зафиксовать на 16 полотнах летние пейзажи и натюрморты про спрызму уласных отчуваний, легкости, фантазии, невымовной прихожости. Выниковую реализацию выстава отримала дякуючи директору Гомельской областной библиотеки. Я не собиралась выставляться, думала, в этом году я не смогу, потому что у меня сессия, я готовлюсь уже к диплому. Я учусь в Минском университете культуры и искусства на графическом дизайне, поэтому я думала, что я не смогу. Но Марина Сергеевна так это все красиво, аккуратно попросила, дала мне как бы направление, напиши пейзажи и натюрморты. И все, у меня пошла информация, пошла энергия. И я с таким удовольствием написала для этой выставки работы, что сама себе удивилась, как я смогла. И выставка называется «Вдохновение лета». Это новая жизнь, новые бабочки, стрекозы, новые цветы. Все всегда новое. И надо вот хочется успеть быстрее это все записать на холсте, все это оставить во времени, потому что это же все уйдет, это все исчезнет. Поэтому хочется быстрее эту красоту оставить людям. Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтэрнэце па адрасе www.tvrhomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Я і мае калегі жадаем вам добрага дня. До новых сустрэч у эфіры.